Здорово, это Дава. И сегодня мы сделаем такой выпуск, знаете, много расспрашиваемый даже. Это пускай их будет 1000 000 000 этих выпусков. Я, блядь, рассадник баянов, походу, буду. Но похуй. Как забить-то? Пускай будет апгрейд маленький. У него альфа-кир, чтобы заебось курилось прям. Дымело. Так, у нас апгрейд старый, маленький. Мы его возьмем альфа-кир двойное яблоко и альфа-кира виноградку. Так. Многие просто, блядь, бомбятся от того, что у них, блядь, нихуя не курится. Альфа-кир говно? Нет. Альфа-кир, ну как, говно? Ну, блядь, почти. И вот. Вся проблема альфа-кира, то есть, это не проблема альфа-кира, это ваша проблема, то, что вы накурились, и он кажется говном. Да, конечно, изменения во вкусе у альфа-кира есть, я не спорю. По мне так он стал немного не тем альфа-киром, который я курил в 2008-2009 году. Да, изменения есть. Вкусы стали многие не такими, какими были раньше. В частности, это ежевика. Она вообще, блядь, носками прет прям. Мерзит от нее. И вот, мы взяли альфа-кир. Ну, блин. Пиздеть не буду, бля, ну тут дохуя, короче, получилось. Походу, дохуя не залезет в чашу. Мы затолкаем. Так. Не выжимаем, не режем, не нарезаем, не чистим. Водичкой не промываем, как вы любите у нас. 90% заведений в Алмате альфа-кир под водой держать. Просто вот так вот. Закинули. Вот так. Так, ни хрена не видно вам, ну блин, ну ладно, там покажу. Короче, ну вот так вот. Так, знаете, немного с горочкой, но. Ладно. Вот так же закинем это вот. Блять, развел грязь здесь, ну ладно. Вот так вот. Немного с горочкой, но это не будет овером. Почему? Потому что сейчас я руки сполосну, бля, не люблю грязно. Короче. Далее, что делаем далее? Выпуск не такой, потому что никого нет, я один. Вот, берем шило, хуило, блядь. Нож вам в шило. Вот так вот приминаем его аккуратно. Ну, не совсем. Главное, чтобы не торчало ничего лишнего. Примерно вот так. Дырочку отверстия открываем. Делаем бублик. Блять, колодец, бублик, отверстие, дырку, колодец. Короче, кому как удобно, тот так и будет это называть. Так. Вот так вот. Не знаю, видно? А вот. Ну вы поняли, да? Я все равно это курить как бы не буду. Ну как так? Минут 5 покурю, чтобы показать, а дальше я его просто нахуй солью в парашу. Извините. Так. Делаем вот так. Вот, бублик. Проверяем. Нормально идет. Полет нормальный. Фольга у нас реально толстая, особо прочная, не саянская. Я даже рвать тяжело. В 2 слоя. Сейчас вы гнать начнете, почему не матовая. А вот нету, блядь, матовой в этой фольги стороны. Она с двух сторон блестящая. Вот так вот.
Так. Так вот. Далее дырки. Делаем дырочки. То есть, банальщина, абсолютная банальщина, в принципе. Я не знаю, почему у вас не получается альфа-кир делать. Может, у вас кочергой. Спасибо, что мои руки не похожи на кочергу. Так. Так. А, центр не трогаем вообще. Идеально. Так. И вот, пока там... Пока угли там делаются, интересную вещь хочу сказать, что касается табака Альфа-Кира и в целом, что происходит. Ребят, у вас дохуя информации в интернете просто. Роликов дохуя. Смотрите, как делают. На крайняк попробуйте. Сейчас посмотрим. Ну, отлично. Вот, в принципе. Три уголька, кукубрика, не флет вообще. То, что там пиздят, типа флет лучше, это пиздеж, ничего лучше ровных квадратов никогда не было. Ну, это из кокосовых углей. Немного подуем. Вот так вот. Вот. Вон, видите, если так делать, то дымок будет идти. Ну и вот, короче, ладно. Пока поставим его на наш кальян, который, бля, его некуда здесь воткнуть, да он бы и не влез, в принципе. Если нет колпака, сделай колпак из фольги, ну, по тому же методу, то есть, так, чтоб подевался. Так, еще. А больше нечего говорить, будем ждать, пока прогреется. Так. Ну, греть то, что многие говорят, там 10 минут там прогреет, это пиздеж, по мне так достаточно и 4-3 минут. Главное просто вовремя угольки местами поменять, то есть нижней стороной, которая на фольге, ее поставить сбоку, прям на край, чтобы, ну, она там остывает. Так, поставить туда, где они еще не стояли. А та, что сторона, что ближе к середине, ее на низ ставим, потому что она самая красная от других углей. Ладно, попробуем. Попробуем раскурить, я не знаю, что будет, но попробуем. Ну, в принципе, вот, все. Так, сейчас. Так. В колпачке. Ну, делаем 3-4 дышки, наверное, под колпаком, чтобы тепло, ну, прошло через весь табак. Так, все. Колпак убираем. Пожалуйста, ребят. Вот и Альфа-Кир. Без горечи, со вкусом, дымом. Это новые современные мундштуки, стекла для любителей чего-то необычного. Я вангую сейчас, пойдут фотки, блядь, с вот такими мундштуками у народа. Ладно, все, заканчиваем.
всех с Новым годом, там, на Новый год новых легких, чтобы чистенькие были. Не забудьте 6-10 числа сходить в больничку, делать флюорографию, рентген, это очень важно. Здоровья, любви, счастья, чтоб не горчило, было густо. До свидания, это Дава и Хука Плейс Алма-Ата.